Нам всем рассказывали, что различные по длине волны видимого света соответствуют разным цветам радуги. Красному, оранжевому, желтому, зеленому, синему и фиолетовому. Но где же розовый в этом списке? Его там нет. Розового света просто не существует. Так откуда же он взялся? Оказывается, что розовый или пурпурный фуксия, неважно как вы его называете, на самом деле смесь красного и синего света. Свет от обоих концов радуги, который наш мозг видит как один цвет. Если вы попробуете свернуть радугу в колесо, получится разрыв между красным и синим. Этот разрыв – место, где располагается весь остальной свет Вселенной. Радиоволны, инфракрасные, ультрафиолетовые лучи, гамма-лучи и так далее. Но так как мы не можем видеть никакую из этих длин волн, мы заменяем все это скрытое величие розовым. Если говорить в терминах света, розовый, вероятно, должен был бы быть назван минус зеленым, потому что розовый – это то, что остается от белого света, когда вы забираете зеленый.